пятилетней Луны, как и у любого ребенка, есть одно абсолютное право – на обычное детство. Чтобы плюс 30, дома в Америке – садик и гимнастика. Но сегодня так – ливень, Петербург и такси до клиники. Водитель из России сразу узнает маленького пассажира. Конечно, да, господи, мне кажется, новости-то все смотрят. Питер город маленький вообще. Все пересекаются. Приехали. Пора на перевязку. Спасибо вам большое. Ой. Спасибо. Здоровье, главное, чтобы все хорошо было. Маленькая Луна начинает тяжелое лечение, ради которого проделает путь в тысячи километров от дома. В поиске специалистов, которые смогут удалить опасное новообразование, мать с дочерью отправились в маленький город недалеко от Москвы. Гигантское врожденное родимое пятно. Один случай на 20 тысяч. Об эстетике речи пока не идет. Это опасно для жизни. В любой момент эта маска может переродиться в меланому, то есть рак. Дома в Америке хирурги констатировали, ребенку нужны несколько десятков операций под общим наркозом. В России предложили альтернативу – лазер. Так из Майами Кэрол с дочерью отправились в Краснодар. Она едет в страну, о которой не знает ничего, не знает даже ни одного русского слова, но материнский инстинкт сильнее. Там наверняка будет очень холодно. Я буду совсем одна с ней, но ничего, мы справимся. Мы сильные. Мы пришли в главный парк Краснодара. Он огромный. Посмотрите, как здесь чисто. Здесь история про разные страны и культуры заканчивается. Начинается история просто мамы и ее ребенка. Пятно удаляют, но остаются рубцы. Веки до конца не закрываются. Луна спит с приоткрытыми глазами. Нужна пластика. Кэрол снова ищет лучшего хирурга и летит в Петербург. Пожалуйста. Частная петербургская клиника. Перевязка после первой операции по восстановлению. Луна растет, и процедуры даются все сложнее. Девочка начинает задавать вопросы, на которые мама пока не знает, как ответить. Мы постоянно сталкивались с травлей. Всегда. С момента ее рождения. Однажды в церкви женщина назвала ее монстром. Мама, я же не монстр. Нет, конечно, нет. И когда она начала понимать, что происходит вокруг, она начала спрашивать меня, почему они смотрят на меня и показывают пальцем. Мальчик в школе назвал ее уродливой и ударил по лицу. В тот день я поняла, что нужно научить ее, как постоять за себя. Она сказала, я не буду никого бить, они плохие, не я. В Петербург они приехали к доктору Оле. Так хирурга со сложным для американца именем Ольга Васильевна называют и мама, и дочь. Я понимаю, что для того, чтобы пересечь океан и прилететь сюда, люди должны... Ну, это огромный кредит доверия, мы же это понимаем. Вы знаете, если сделать, например, большую пересадку кожи на лицо, кожа, конечно, будет гладкой, но, к сожалению, черты уникальные, они будут утрачены. То есть это будет эффект маски. То есть есть еще возможность побороться за черты уникальные в этом случае? Мы обязательно их сохраним, естественно. То есть девочка будет похожа на маму, девочка будет обязательно похожа на маму, она будет похожа на себя. В Петербурге Луне ввели под кожу несколько экспандеров, как этот, только меньше. Их объем будут постепенно увеличивать. Мы набираем воздух, но когда мы работаем с пациентом, мы набираем шприц-физраствор. Перпендикулярно мы втыкаем шприц в портик и упираемся в металлическую пластинку, которая не дает нам провалиться в ткани. Так кожа головы на здоровых участках будет медленно растягиваться, и именно ее используют для финальной пластики. Люди просто не готовы принять тех, кто отличается от них. Здесь сейчас лучше, чем в Америке. Здесь Луна практически звезда. Люди знают ее. Вчера мы просто шли по улице, к нам подошла женщина и сказала, «Луна, я тебя люблю».
Это невероятно. Это очень помогает. Все лечение займет пару лет, и Петербург навсегда станет частью детства Луны. Пока она просто приглядывается к сверстникам и постоянно спрашивает у мамы, почему здесь, в России, у них розовые щеки? Что это за румяна? Идем туда, где Луне расскажут об этой стране на понятном ребенку языке. В анимационную студию «Мельница». Это русская принцесса. Царевна. На этой неделе Луна впервые в жизни увидела снег, но находиться на улице ей пока нельзя. А вот как его озвучивают в мультфильмах. Просто мешок с крахмалом. И по такому снегу ни один врач гулять не запретит. Закрой глаза и представь, что идешь по снегу. А это лошадка. Horse is lazy. Это очень ленивая лошадь. У нас есть мультфильм, где героиня с именем Луна. It's for you too. Oh, thank you. Это тебе. Вау, твой собственный лунтик. Так у Луны появился лунтик. Первый друг, с которым они одного цвета. Такой же, как и она. Будет ходить с ней на перевязки и следить за Луной, пока та под наркозом. Главное, что в этой, пусть и вынужденной поездке, каждый все-таки нашел то, что искал. Луна друга, а ее мама Кэрол не просто надежду, а путь к самому главному – здоровью своего ребенка. Полина Ганичева, «Пульс города».